На прилавках вовсю уже появляется ранняя капуста и молодая зелень. Помимо салатов, из такой капусты выходят замечательные пироги. Я предпочитаю делать начинку быстро и без лишних хлопот, а в тесто для пикантности добавляю немного горчицы. Не устаю повторять, заливные пироги – просто палочка-выручалочка для любой хозяйки. Продукты всегда под рукой, и начинку собрать можно из всего, что есть в доме. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Начнем с начинки. Капусту тонко нашинкуйте, положите в миску и поставьте в микроволновку на полную мощность на 2 минуты. Выньте и добавьте в горячую капусту размягченное сливочное масло, перемешайте. Добавьте нашинкованный лук и укроп, рубленые крутые яйца, посолите и поперчите по вкусу. Сливочное масло в такой начинке вкусно заменить растопленным куриным жиром, ничего не жарится, а начинка получается беленькой и красивой, особенно, если яйца попались с ярким желтком. Пока начинка остывает, займитесь тестом, смешайте в миске кефир с яйцами, солью, сахаром и горчицей. Всыпьте муку, просеянную содой, и добавьте отруби, у меня овсяные, быстро вымешайте легкое тесто. Часть теста вылейте в подготовленную форму, выложите начинку. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Разровняйте и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке до румянца, затем убавьте нагрев до 180 и пеките до сухой зубочистки. Очень вкусен такой пирог теплым, но и холодным он не залежится. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Капуста, 300-400 грамм, молодая, лук, половина пучка, зеленый, укроп, половина пучка, яйца, 2 штуки, сваренные вкрутую, масло сливочное, 1 столовая ложка, черный перец, 1 щепотка, кефир, 1 стакан, яйца, 2 штуки, горчица, 2 чайных ложки, сахар, 1 чайная ложка, сода, 1 чайная ложка, соль, половина чайных ложки, мука пшеничная, 1 стакан, сорт, отруби, 2 столовые ложки, овсяные, количество порций, 6-8. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Попробуйте, и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.